Международный турнир украли батарейки. Сейчас посланы люди за новыми батарейками, он нервничает, переживает, но я думаю, финальные встречи подведут батарейки, и тогда он сможет продолжить свою работу. Вот Фрай сказал, можно пока к ней подойти, она даст успокоить, но не надо сильно нервничать. Мяч забил Александр Артемов, номер 7. Первый фол Балтика. А вчера пили вместе пиво. Еще вверх.
Первый фол. Легион. Последняя минута встречи. Закончилась встреча между командами футбольный клуб «Балтика» Калининград, спортивный клуб «Легион-21». 1-0 в пользу команды «Балтика».